Всем добрый день! Многие считают, что использование крахмала в уходе за кожей лица нужно сравнить с инъекциями ботокса. Маски на основе крахмала на самом деле дают хороший и быстрый результат, особенно при регулярном использовании. Продукт богат витаминами, минералами и подходит для любого типа кожи. Сегодня я покажу маску ботокс с быстрым лифтинг-эффектом, которую можно использовать как скорую помощь, например, перед каким-то мероприятием, или если ваша кожа нуждается в срочном уходе. Для некоторых рецептов масок из крахмала нужно сначала приготовить крахмальную массу, которая будет основой, а затем уже можно добавлять дополнительные ингредиенты. Давайте приготовим крахмальную массу. Это несложно. Итак, 1 столовую ложку крахмала засыпаю в кастрюльку. Заливаю 100 мл холодной воды. Тщательно размешиваю. Теперь вливаю сюда 50 мл горячей воды. И сейчас поставлю на плиту, буду прогревать, помешивая до загустения. Кипятить массу не нужно. Вот какой крахмальный кисель получился. Это как раз то, что нужно. Чтобы приготовить маску, нужно, чтобы эта масса полностью остыла. Масса крахмальная остыла. Я взяла 1 столовую ложку. Теперь сюда добавлю 1 столовую ложку меда. И буду смешивать. Крахмал с медом смешала. Теперь добавляю сюда столовую ложку сметана. Сметану лучше берите жирную, особенно если у вас сухая кожа. И все тщательно смешиваю. Все тщательно смешалось. Вот такая вот у нас получилась маска. Выглядит как кулинарный крем. Очень приятная такой консистенции. Полностью готова к использованию. Наносить маску на очищенную кожу лица и на зону шеи и декольте. Эти зоны также нуждаются в ежедневном уходе. Не забывайте об этом. Держать маску 25 минут. Смыть теплой водой и затем нанести свой уходовый крем. Делать процедуру 2 раза в неделю на протяжении 1-2 месяцев. Маски из крахмала – это доступные косметические средства. Они помогают восстановить упругость кожи, продлить ее молодость. Главное – это регулярность выполнения процедур. Проводите маски курсом, и вы получите отличные результаты. Если у вас остается крахмал, то есть кисельная такая вот масса, не волнуйтесь, вы можете ее сохранить в холодильнике несколько дней для использования дальнейшего для масок. А я желаю вам всего только самого доброго. Будьте красивы, здоровы. Спасибо, что были со мной. Пока.